Февральская игра стала первой в новом году. Сезон студенческой лиги «Сквозной» стартовал он в 2015-м, а его итоги подведут в мае 2016-го. Не все команды, которые заявились в начале, дошли до четвертого тура. Если в предыдущей игре встречи проводились в два дня, то в этот раз 12 сборных с легкостью уместились на одной сцене. После зимних каникул, конечно, очень тяжело. И им очень тяжело давалась подготовка, и нам, как организаторам, тяжело. Ребята справились, очень молодцы. Спасибо тем, кто остался, кто выжил. В общем, остались самые-самые стойкие. По традиции, команды сыграли два конкурса – разминку, вопросы задавали зрители и приветствия. Благодаря первому жюри оценило умение команд придумывать шутки экспромтом, а во втором ребята показали уже отрепетированные миниатюры. Сборная понаехали, новички сезона, играют с сентября. Это исключительно девичья команда, но в этот раз участницы решили, что без мужских образов им не обойтись. Понаехали, это ассоциировалось с тем, что мы как бы приехали с разных сел и деревень. Поэтому как бы мы в основном играли деревенские роли, образы. Но в этом туре мы решили, что нужно что-то новое попробовать. И поэтому у нас, можно сказать, мужские образы. Для нас, я думаю, главное просто это участие. Как бы мы считаем, что победа это вовсе не главное, потому что... Как бы главное поучаствовать и показать себя, что ты можешь. Из 12 команд только 5 жюри пропустит финал. Уже известны лидеры турнирной таблицы, так как пока сборные не выбывают, а лишь набирают баллы. Главная игра сезона запланирована на конец весны. Ирина Рухлядко, Артур Харджанян, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир.